Что ты там орешь? Да, быстрей. Быстрей скажи давай. Хочу быстрее на улице покататься, да? Сейчас поедем в лес с тобой гонять. На лесопеде. Жене уже не терпится. Тазик оставлю дома, пускай отдыхает, да, Тазик? Ты у нас этот, пенсионер. А этой дурынде надо бегать, прыгать, скакать. Беситься, так что поедем сейчас в лес вот с этой дурындой безбашенной. Голос! Ой, молодец! Сейчас перед пробежкой на велике Джинка окунется, охладится и поедем в лес гонять. Палочку что-то она не заметила, я тоже не вижу, куда я ее бросил. Ну ладно, так тоже сойдет. Молодец, Дина. Именной. Здесь мы с Тайсоном были. А Джинка вон уже пошла. Смотрите, как классно там. Красота. Это опасно. Можно упасть, провалиться в болото. И никто потом тебя не достанет. Да, Джина? Смотрите, какая красота, вода просто голубая, синяя даже, я бы сказал. Здесь даже пенек вон стоит. Походу... Ух ты, вы видели, как это все ходит, офигеть. Короче, это все на воде стоит. Страшно аж. Ну что, Джинка, не хочешь нырнуть? Я, честно говоря, как-то я стремаюсь тебя туда пускать. Мы и так уже окунулись в озере. О, здесь смотрите, сколько головастиков вон плавает. Аккуратно, Джина. Да, здесь можно провалиться. Можно на пеньке посидеть. Эх. Да, сюда бы, блин, рыбу запустить. И вообще идеально. Тишина, знаете, что? А только вот самолеты слышно, как летают. Да, Джина? Классная такая тишина, идеальная. Ветер, стрекозки только слышно. Джина, нафига ты меня своим носом испачкала? Грязь там ковыряет, ходит, землю рыхлит, как кабан, как этот хряк. А потом об папку вытирается. Удочку бы закинуть, шашлычок бы приготовить, вот где-нибудь здесь мангальчик поставить. И красота! Папка очень любит, друзья, природу. Я бы здесь вообще жил. Коттедж бы поставил бы где-нибудь вон там в лесу. Почему здесь дома никто не строит, странно, свои? Ведь такие классные. Хотя здесь это непроходимо. Здесь тяжело очень проехать на машине. Хотя машина сюда вряд ли проедет. Но дорогу можно сделать, если захотеть. Сейчас поедем дальше. Джиночка еще сырая, пока еще не совсем высохла, поэтому можно сейчас покататься, если потом жарко ей будет. Она прям, знаете, как солдат бежит, вообще рот не открывает, язык не висит, прям вот так. Бежит прям так, как это, киборг. Эх! Ладно, Джинка, погнали дальше. Ай, ты моя хорошая. Любительница поролон вытащить изнутри, да? Ну, давай, давай. Здесь это никому не нужно. Так что посмотрим, что ты будешь делать с поролоном.
Жесть, смотрите, сколько комаров на джинке. Охренеть, Джина. Вот это да. Надо спасать тебя. Валить надо отсюда лучше. Если хотите завести питбуля, будьте готовы с ним гулять очень много. Вокруг дома, даже по району, это не прогулка для этой собаки. Я с Джиной езжу на велосипеде в лесу, очень много километров проезжаем. И в нормальном таком темпе она даже рот не открывает. Представляете, ее вообще не слышно. Вот если взять Тайсона, он дышит ртом. Если я еду впереди, я слышу, как он сзади бежит. Блин. А Джину я вообще не слышу. Никак она дышит, даже шаги не слышу. Поэтому хотите питбуля, у вас должно быть очень много свободного времени, чтобы выгуливать эту собаку. Давать ей как физические, так и ментальные нагрузки. Иначе она будет дуреть, и вам будет очень сложно существовать с этой собакой в городе. Она будет очень агрессивно кидаться, в общем, на все, что движется. Ну, а мы приехали в город, из лесу выехали. Все, беру Джинку на поводок. Оп. Да, Джина, стой, иди ко мне. Вот посмотрите, друзья, мы проехали очень-очень много. Она даже рот не открывает. Джина, на, посмотрите. Это просто универсальный солдат, который ни хрена не устает, который сейчас опять нужно как поставить ее на беговую дорожку и полдня ее, в общем, выматывать. Так что так, ребят. И вот такие прогулки активные должны быть ежедневно. Иначе питбуль будет дуреть. И будет у вас собака-убийца. Понимаете? Ставьте лайки, пишите комментарии. Сколько вы гуляете со своей собакой? И какой породы у вас собака? Пока-пока.